Сроки выдачи разрешений на строительство, а также перевод помещений в нежилые нередко затягиваются. Сроки передачи объектов строительства в муниципальную собственность порой не соблюдаются. Нарушения, которые выявила антикоррупционная комиссия в работе Департамента строительства и благоустройства. Работу над ошибками строительное ведомство проводило в течение года. Проведенная Департаментом строительства и архитектуры работа по устранению недостатков была признана удовлетворительной, за исключением вопроса передачи объектов капитального строительства для включения в реестр муниципальной собственности. В числе объектов капитального строительства, которые так и не были переданы на баланс Департамента имущества, есть непостроенные, хотя проектировали их еще до 2010 года. 9 объектов – это проектно-изыскательские работы, выполненные в разные периоды строительства, по которым либо не осуществлялось, либо завершено в предыдущие периоды. Июнь 2015-го – срок, который определил глава администрации Олег Фурсов для устранения всех нарушений по линии Департамента строительства. Кроме объектов, которые не переданы сейчас, да, у вас же там есть вопросы, связанные с несвоевременной выдачей разрешений инвестора, которые заходят к нам со строительством крупных объектов медицинского назначения, несут колоссальные просто убытки из-за того, что, значит, процедура выдачи затягивается. Вам здесь нужно разобраться внутри, кто вас тормозит, и освободиться от этих людей. Персональная ответственность за решение вопросов возложена на руководителей Департамента строительства и Департамента имущества. Комиссия выявила нарушения и в работе других ведомств. В частности, субсидии на ремонт контейнерных площадок во дворах выделялись подрядчикам без проведения конкурса. Это компетенция уже Департамента благоустройства и экологии. С этого года порядок предоставления субсидий поменяется, а качество выполнения работ будет жестко контролироваться. Нам крайне важно за меньшие деньги, с лучшим качеством для нужд города выполнять все необходимые работы. А в освобождающуюся экономию нам есть куда с вами направить. Это и новое оборудование, это и ремонт дорог, и много-много других очень важных социальных задач. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.